пациенты, если кто меня не помнит, я Юлия Шимановская. Не буду комплименты дальше, которые в чате были. На столе лежат по одному экземпляру книжечек, которые выпустил благотворительный фонд. Если вам не хватило, вы можете приехать в фонд и взять по экземпляру. Сюда было не тащить книжечки. По питанию две книжки, по Кариону. Такие книжечки очень рекомендую отдавать в детский сад. Если ваш ребенок входит в детский сад, то можно отдать воспитателю чисто почитать, посмотреть, для чего вы даете этот предмет. Считаю, что очень полезно. Так, пока еще две минуты перерыва небольшого, я хочу поблагодарить родителей, которые активно помогали и фонду, и пациентской организации. Геннадию Олейнику, Руслана есть сегодня? Да. Руслана, можно вас, да, мужа? Чуть-чуть побыстрее, побыстрее. За помощь в организации конференции 27-28 мая. Семье Завгородних также, Завгородний есть? Нет. За помощь в проведении конференции 27-28 мая. Эти родители помогают регулярно встречать докторов, то есть автоволонтеры. Также Маше Фрадиной за помощь в проведении, так как она у нас активно участвует, хорошо работает. Морозовой Лейле также за помощь в организации конференции. К сожалению, у нее ребенок попал в больницу, ее сегодня нет. И Осман Ирине, которая также помогает регулярно автоволонтерству. Также и Осман Ирине за то, что она помогла в этом году нам очень заполнить договора по Шопеновской премии. Вики Рамушкевич, она сейчас в Москве находится с ребенком, также за помощь в организации конференции 14-15 октября. Наташа Шевелева, как вы все помните, она помогла привезти паризаторы и мукусы любимые. Лосевой Ольге за активную помощь в работе фонда. Оля, пожалуйста. Юле Поповой за активное ведение соцсетей и также за автоволонтерство. Якунину Владимиру за автоволонтерство и добровольчество. Спасибо. Нашему несменному фотографу папарацци Веронике Григорьевой, которая делает прекрасные фотографии. Вероника сама больна муковисцидозом, но она активно нам помогает по мере своих возможностей. Опять Лейли за конференцию 14-15, Маша Фрадиной за 14-15, регулярно помогают. Так, это Агеева Малейник за помощь в автоволонтерстве, в конференции участия, их нету сегодня. Так, и Любе Костиной Зайберг, которая помогает активно также в конференции. Также хотела поблагодарить фан-компанию «Фари» в лице Титовой Елены Леонидовны, которая регулярно помогает проведению нашей конференции. Елена Леонидовна, вы где? Вышли, вышли. Вот. И самое приятное... Мы бы хотели от лица всех пациентов, мамочек, родителей, папочек, поблагодарить Веру Александровну, жену Орлова Александра Владимировича, за то, что она сберегла нам такой ценный кадр, который мы очень любим, ценим. Вера Александровна, слушай, что любезно, да, это вы. С утра вы были, не знаю, как сейчас. Александр Владимирович, это наше все. Поэтому нам нужен тыл, защита, а без вас это никак. Это я вам гарантирую, да. Спасибо большое. А сейчас Елена Александровна, врач-диетолог-нутрициолог из НСЗД. Извините, пожалуйста, я не договорила. Так,
у нас есть все-таки еще и врачи на отделении, которые также нам помогают, мы предлагаем им сюрприз, который они отметят в рамках... Так, врачи это вы! Спасибо вам большое за то, что вы есть. И самые тяжелые, хорошие минуты вы всегда рядом. Без вас мне никто.